Итак, друзья, привет вам из походной Турции. Мы сейчас пришли на одно из самых интересных достопримечательностей Чаралы, Кемера, ну и в принципе Анталии. Это гора Химеры, гора Янерташ, она еще называется. Шли мы сюда от нашего бунгало 45 минут, но за 8 минут мы могли доехать на своей машине. Решили, что мы сегодня будем заниматься трекингом. Да, вот здесь вот есть оплата за вход, появилась вывеска. Скидку по Экомету не делают. А вот она сама с Химеры, смотри, Алис. Это вот в честь вот этого греческого мифологического существа названа гора. И сейчас я вам покажу, почему она так названа. Вход сюда 30 лир. В прошлом году Дима даже здесь бегал. Здесь проходят соревнования. Прям бегал между этими огнями. Алиса покоряет гору Химеры. Здесь вот расставлены такие урны, и на них написано, сколько метров осталось подниматься. В принципе, подъем несложный. Сделаны такие лесенки. Сейчас я вам расскажу легенду этой горы. Ну что, друзья, добрались мы километр, шли вверх до огня. Вот так это все выглядит. Периодически какие-то очаги потухают, какие-то зажигаются. Вообще, по преданию, огонь идет от Химеры, которая была убита на 7 этажей ниже этой горы, то есть внутри горы, и от нее идет, соответственно, этот огонь. И этот именно огонь, это тот самый олимпийский огонь, то есть его прародитель. Отсюда спортсмены брали огонь, шли на гору Олимп, в общем, у них было такое соревнование, и теперь на Олимпийских играх тоже зажигают огонь, этот вечный огонь, в честь вот этого именно огня. Так что мы с вами прям вот в уникальном месте, и поэтому, если вы будете в Турции, обязательно посетите его. Ссылочку я оставлю в описании к этому видео, как вам сюда добраться. В общем, мы сейчас будем жарить маршмеллоу. Ну вот так вот жарится маршмеллоу. На олимпийском огне. На олимпийском огне. Образуется карамельная корочка. В прошлый раз мы здесь жарили сосиски. Поэтому как бы рекомендую что-нибудь взять и пожарить. Почему бы и нет. Вот так получается. Она мягкой становится с карамельной корочкой. И тянется. Вкусняшка. Так, вот наша гора. А вот это вот вид. И вот оно море, пляж Чаралы.